Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Хотел вам показать свиноматка, которая не гуляет. Все показывают, как ведет, когда гуляет. А теперь смотрите, которая не гуляет. Видите? Она, ну как скажем, ругается. Показывают дурачку, что я не гуляю, отстань от меня. И он при любом раскладе никак не залезет на меня. Поэтому без вариантов ему не светит. Ну, смотрите. И сейчас она сразу побежит к себе домой. Ее выгул. О, все. Что такое? Гаврюша, тебе показали, что нечего листы. Господи. Свинка у нас. Я думал, что-то она как-то так вся поела плохо, то и это. Думаю, выпущу, проверят. А нет. Не перегуливай пока. По срокам уже 2 недели пошло. Ну, что на меня так косишься ты? Косяками кидает. Гаврюша у нас лысый. Лысый переводок Петрена. Ну, давайте еще раз посмотрим, что у него получится. А, ничего у него не получится. Ну, такое поведение, в принципе, даже у свиноматки в охоте бывает, но она как бы, скажем так, не отталкивает хряка, и тому тот все равно начинает в нее активно лезть, и она сдается. А в этот раз, видите, он даже как бы, ну, чувствует, что что-то дело вовсе не в бобине. Соответственно, особо не проявляет к ней интерес. Поэтому, ну, сейчас мы чуть-чуть подождем, пускай они, чтобы уже не осталось сомнений. Сейчас еще раз по пятачине получит, и можно будет разгонять их. Гаврюша, ну ты грязный. Гаврюша у нас живет не на подстилке, а с курами. Куры сверху. Поэтому он трошки в форме такой. А это сволочь живет нормально. В нормальных условиях. Ну что ты ногу задрала? Хочешь его по морде с копыта дать? Кушает плохо, вот это мне не нравится. Мне. Все мечтает, что ей кто-то даст что-то вкусного. Но вкуснее, чем дерти, у нас ничего не бывает там буквально. Говорю, что уже скоро клыки будут, как у вепра. Осталось ему жить еще месяцев 5-6, не больше. Потому как нужен новый хозяин в доме, а этот пойдет на переработку, колбасный цех. Ну, давай, пробуй еще раз. Видите, даже особо он и не это самое. Обычно он ее начинает там развлекать, толкать в бок. Вот сейчас начнет, наверное. Ну, давай, покажи, что ты способен. Так же. Не-не-не. Она ему показывает всем видом, что лезьте ко мне не надо. Слышите, звук такой издает. Резкий. Он понимает, оно все равно. Свинка у нас ландрасик получился такой. Ландрасик, не ландрасик. Что-то типа F1. Гибрида. А хрячок. Петренчик, и получались детки неплохие, 50 на 50, росли быстро, ну растут быстро, приятные такие. Что он так загнал ее, не видите? Короче, получается, дело в чем, если свинья не гуляет, то сколько ты хряка не выпускай, толку все равно не будет. Она как бы, ну и он. Не, ну то он дурак, он идет, ему пофиг. А вот она ему точно не даст. Поэтому, если возникли какие-то опасения, что она перегуливает, лучше пустить, ничего страшного. Вдруг там ничего не надо, он, ну, просто ничего плохого не сделает. Они вот тут пообнимаются, поцелуются, и можно будет загонять по сараю. Видите, что делает? Отгоняет его от себя, и все. Поэтому свинья, как в охоте,
делает правильные вещи. И когда не в охоте, тоже делает правильные вещи. За нее не надо особо и думать. Предоставить условия, и все будет нормально. Единственное, конечно, если хряк молодой, а свинья старая, то свинья может хряка отлупить так, что он потом идти не будет ни на кого. Тут будьте внимательны, если она сильно агрессивна будет хряку, и он маленький. Лучше, конечно, их как-то там разъединить, переждать. Когда у нее будет уже конкретно охота, там второй-третий день. Ну, в общем, все, что я хотел показать, и когда свинья не в охоте, как бы он к ней не приставал, ничего у него не обломится. Ну и, соответственно, для, ну как скажем, вы всегда можете для проверки пустить, хуже не будет. Видите? Ни в какую. Хотя я же говорю, такое, как по ощущениям, ест плохо, беспокойное, вечно роет. Ну, оно только по жизни роет. Это такая вот, то есть свинки только исты, да, а это морду ворочает. Из-за этого и такой дрищ. Ну, это она после поросят, я сильно высосали. Но она покрытая как бы. Просто 2 недели назад покрывали, он шел на нее, все хорошо. А сейчас я смотрю, какое-то поведение странное. Он постоянно ему дает семафорить, что я же не я. Иди отсюда, понюхай, вали отсюда. А он тупой, никак не может понять, что ловить нечего. Гаврюша, ну все. Что бы ты там ни делал, у тебя не светит. Не в этот раз. Сейчас мы другую тебе пустим, хорошо? Сейчас мы выпустим другую свинку, посмотрим, что с ней получится, не получится. Та вроде как может и быть в охоте, должна быть уже. Она сидит с одним поросенком, если бы всех забрали, то тогда уже была бы в охоте. Так один, но есть большой шанс, что у нее уже закончилась лактация, она войдет в охоту. Сейчас мы загоним эту, выпустим другую.